Я нашел самые гигантские лабиринты в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбэк. Сегодня посмотрим с вами на новые супер-мега-огромнейшие лабиринты. Да, смотрите, какие персонажи. Это у нас Sonic Tapes, Влад А4, Коржик из Три Кота. Это у нас Брезгливость из Головоломки второй части. Ну и это Афмау. Давайте начинать, будет очень интересный ролик. Не забудьте поддержать меня лайком, подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Потом забудете по-любому. Так что давайте начинать. Да, в конце ролика мы откроем вот этот секретный сундук и получим супер приз, который хранится вот здесь. Ну и узнаем, так что досматривайте до конца. Отправляемся, друзья, к Sonic Tapes. Погнали, посмотрим, что же там интересного в этом первом лабиринтике. Ух ты, это какашка Пол, ребята. Ты что тут делаешь? Фу, от него воняет, смотри, во все стороны. Фу, вонючий, уйди отсюда. Так, сейчас мы... Еще и меня сейчас заразишь своими этими. Фу. Ладно, мы с ним справились, ребят. Ничего себе, столбы какие красивые поставили. Пойдем посмотрим, что тут еще. Ох, какая крутая супер пушка. Вы посмотрите, вон там соники все эти прыгают. Мы сейчас туда пойдем сражаться с ними, но я хочу вот эту пушку. Давайте попробуем ее взять. Так, смотрите. Опа, теперь у меня такая супер базука. Вы посмотрите, как это круто выглядит. Она реально мощь. Ну-ка. О, я могу и стрелять с ней. Бам! Так, ну я могу использовать с ней свои пушки. Давайте попробуем сейчас кого-нибудь из этих монстров победить. На, получай давай! Я даже не вижу, куда я там стреляю. Вот так вот тебе, сейчас я тебе просто пушкой задавлю. Ну вы посмотрите, он реально мощь. Так, короче, надо еще этого, немножечко вот этого желтого убрать, отсюда мечом побить. На тебе, получай давай, уходи давай отсюда, хватит туда. Так, что там? Там добрый Соник в тюрьме! Этот Sonic Tapes здесь все хочет смыть водой и уничтожить. Так, мы должны его обязательно спасти. Короче, берем пушки. Идем бить этого гигантского Sonic Tapes. На, получай давай! Вот так тебе! Ха-ха-ха! Отлично, друзья! Мы справились с супер базукой. Давайте ее уберем, наверное. Отлично. Соник, привет! Здорово, зомбак! Ой, а ты меня с тюрьмы вытащишь, а? А то я тут уже 5 дней сижу, и кушать мне ничего не дают. Конечно, я тебя вытащу. Ты что, этот Sonic Tapes поймал тебя в ловушку, да? Взял и посадил в тюрьму. Ладно, мы с тобой вместе выберемся наверх. Давай выбираться быстрее. Погнали обратно. Так, друзья, мы продолжаем. Ставим Соника сюда. Соник, в конце этого видео мы откроем супер сундук и узнаем, что за секрет в нем хранится. Так что смотри, Соник, вместе со всеми до конца. Это что там за секретные камушки? Это что такое? Ладно, мне очень интересно туда сходить. Посмотрим. Короче, отправляемся к Владу А4 в красный лабиринт. Быстрее заходим внутрь. И здесь снеговик гигантский. Это что такое? На! Так, давайте-ка этот снеговика уберем, а то он мне сейчас все заморозит. Он меня ударяет этими снежными шариками, я аж ходить не могу. Так, отлично, победили его, но там еще и ужасный ТВМН-демон. Вы посмотрите, ребята, он реально из-под земли какую-то темную энергию высасывает. Эй, ты, отправляйся обратно в свой ад. Вот так тебе, получай. Так, а как его еще отсюда выгнать, победить? На тебе, да вот так, отлично. Да, мы с ним справились, но темная энергия здесь осталась, ребят, вы смотрите, все задымилось. Так, о, там еще один монстр, да, это же, ребята, Глент, его надо тоже вытаскивать, это тоже ютубер, друг Влада А4, надо его спасти. Так, давай, получай давай, на тебе, отлично, ребята, привет, Глент. О, здорово, зомбак, да, давай вместе спасем Влада А4. Конечно, пошли со мной, давай, выбирайся оттуда. Этих монстров здесь уже нет. Ага, я думал, что их нету, но тут еще один. Там снежная ловушка, смотрите. Так, мы сейчас вот этим лавовым скибиди-туалетом справимся. Слышь ты, лавовый унитаз, а ну давай, получай вот так из пушки. Отлично, надо его как-то отсюда выгнать, уничтожить, победить и спасти Влада. Вы что хотите там заморозить Влада А4? Глент, пошли его спасать. Смотри, тут гигантские 2 снежных шара и какие-то снежные колья. Они хотят заморозить Влада и превратить его в снежную статую, представляешь?
Они из него снеговик сделают. Так, нет, это не прокатит. Ребятам надо уничтожить эти снеговики, вот эти вот снежные шарики, и победить их, и спасти Влада 4. Так, ну давай, снежный шар, иди сюда. Мы тебе... А, огнемет. Мне был бы очень сильно нужен огнеметик. Да, было бы хорошо. Глент, о, ты что здесь уже? Я тебя потерял. Сейчас, Влад, мы тебя спасем. Так, отлично. Ага, аккуратно, зомбак, не приближайся, а то сам застрянешь, это снежная ловушка. Я случайно сюда упал и не могу теперь отсюда выбраться. Ах, вот это плохо. Так, надо придумать, как его оттуда вытащить, Глент. Так, а мы можем луком, стрелами эти штуки сломать? Ну-ка, ага, они отскакивают, смотри. Стрела обратно отлетает. Ничего себе. Ладно, попробуем, короче, с разбегу его забрать. Давай сейчас разбежимся и забираем. Я сам чуть в ловушке не оказался. Глент, ты что наделал? Зачем ты туда залез? Ты же не выберешься. Так, ладно, Влада 4 спасем. Теперь попытаемся Глента спасти. Опа! Я сам меня засасывает, ребят. Я теперь сам в ловушке. Как отсюда выбираться? Так, Глента поставим туда. Ребята, придумайте, как отсюда выбраться. Так, только ваши лайки помогут, ребят, ну тут везде все колючее, смотрите, острые эти ледяные колья, а как отсюда выбраться? Так, короче, мы сейчас придумаем, а если я снег накопаю? Опа, а я могу сломать вот здесь? Что? Это кто такой? Ребята, я тут случайно в подземелье нашел какого-то красного монстра, это что, миньон? Да, он похож на миньона, смотрите, какой-то ужасный. Так, вытащим его оттуда. О, ух ты, жесть, какой страшный. Так, мне бы отсюда как-то самому выбраться, отлично. Посмотрите, а чё ты красный? Ты что так замерз? Ну да, это я, миньон. Мне было очень холодно. Я очень замерз под снегом. Ничего себе, вот это да, а я даже не знал. Вот давайте я вас всех спасу и миньончика тоже заберем с собой. Погнали быстрее наверх. Так, давайте поставим их сюда. Это у нас Глент, это у нас Влад А4, ну и миньончик. Он, смотрите, как сильно замерз. Я надеюсь, здесь наверху под солнышком он согреется и превратится, станет обычным миньоном. Жесть, ты какой красный стал. Ладно, все, давайте, отогревайте его, подарите ему все свое тепло. А мы отправляемся дальше. Нас ждет желтый лабиринт и три кота. Это у нас Коржик. Погнали, друзья, к нему. Так, курица? О, это не простая курица, это курица-демон, смотрите, у нее голова горит. Эй, курица, уйди отсюда! Пусти меня дальше, мне нужно искать Коржика. Куда Коржика дели? Так, давайте-ка эту курицу уберем отсюда, отлично. Они все затопились. Глент, зачем ты со мной пошел? Ой, ладно, пойдем, поможешь мне пройти испытание? Может, вместе мы спасем Коржика быстрее? Так, о, Компот, привет! Ой, да, привет, зомбак. Ну, Коржик в беде, его надо спасать. Он там в конце, его поймали, зомбак, помоги. Конечно, я попробую помочь. Сейчас мы попробуем найти. Ой, там еще и Карамелька в беде, смотри. Это же много этих солдат из игры в кальмара. Они все окружили Карамельку и не дают нам пройти, еще и все вместе на меня атакуют. А ну, в кактус попади вон. Так, отлично, сейчас мы справимся с вами. Вот так тебе. Ты что там с Карамелькой хочешь? А, они вдвоем на меня нападают, Карамелька. Стой, я сейчас я тебя спасу, не переживай. Я справлюсь с этими монстрами. Так, отлично. Отлично, привет! Ой, зомбак, ты чё, меня пришел спасать? Конечно, я ж не мог оставить тебя здесь, в беде. Давай, пошли со мной. Ага, отлично, вытащим ее, отведем ее, наверное, поближе к Компоту, тут безопасней, вот. А Коржика я попытаюсь тоже спасти, не переживайте, я его вытащу. Так, отлично, идем дальше. Вон он, Коржик, друзья, но там еще и Дейзи и бабка Гренни. Они точно не дадут нам пройти дальше. На, ты чё тут битой размахиваешь? Смотри, она балкой своей битой пытается меня ударить. Вот так, получай тебе. Ага, настрелять там опасно. Вдруг я в Коржика попаду, и он упадет там в лаву, там все горит. Надо его срочно вытаскивать. Так, о, вода, это мне поможет. Так, водичкой все заливаем, всю лаву потушим. Она продолжает гореть. Это плохо. Надо спасать быстрее Коржик отсюда. Слышь ты, Дейзи, ты чё камнями какими-то? Он метеоритами кидается. Ничего себе. Да их там еще и две. Давайте попробуем сейчас одолеть этих цветочков, Дейзи. Коржик, я тебя вытащу. Быстрее, спаси меня,
зомбак, вытащи меня отсюда! Конечно, пошли! Так, надо только нам вон туда, в портал! Этот цветочек Дейзи не дает мне пройти дальше. На, получай! Отлично, друзья! Проходим быстрее, прыгаем в портал! Ох, мы наверху, друзья! Так, а Глент? Глент-то внизу остался! Вон он где! Ладно, сейчас мы его тоже заберем. Так, Коржик, будь здесь, никуда не убегай. Хорошо, мы пока что ключ не нашли. В этом сундуке хранится что-то супер крутое. А мы отправляемся дальше, идем в зеленый лабиринт к брезгливости. Заодно спасем Глента. Погнали, друзья, к брезгливости. Глент, пошли со мной. Давай-ка я тебя сразу с собой заберу и наверх потом за этот поднимем и спасем. Так, погнали в этот лабиринт. Ого! Что тут все происходит? Они все дымятся, горят. Радужный друг, иди сюда, фиолетовый, оранжевый. Это что, Эль Гран Майя? Нет, я туда не пойду, там страшно и ужасно. Он меня съест. Так, ладно, ну вы посмотрите. Он реально ждет, чтобы я туда зашел и меня съел. Нет, я не буду к тебе подходить, уйди, монстр. Так, ладно, мы сейчас его попытаемся уничтожить, отлично. Ага, а где у нас брезгливость? Вон там тревожность стоит, ребят, в ловушке. Давайте попробуем как-нибудь, пока огонь не будет гореть. Ай, ай, горячо, горячо. Так, у меня же все сердечки почернели. Так, тревожность мы вытащим. Давай я тебя с собой возьму, тревожность. Да, забери меня с собой, тут страшно, везде, повсюду страшно. Конечно, ладно, давай мы ее с собой возьмем и вон там наверху уже освободим. Так, а мы идем дальше. Это Катнеп, он высасывает из всех жизненные силы, смотри. А там еще и брезгливость, Экзи, вон она, добрая брезгливость. Ладно, мы их сейчас спасем, только сперва надо с Катнепом справиться. Так, сейчас, подожди, перезаряжусь. Ну, получай, Катнепа уничтожили. Нужно вытаскивать брезгливость. Что здесь? О, эндержемчуг, я знаю, что это такое. Мы можем его кинуть. Вон туда, и там окажемся. Да, получай, злая брезгливость, Экзи. Я сейчас тебя остановлю. Она была довольно легкой, но мы вместо нее получили супер крутую пушку. Смотрите, теперь я брезгливость, я могу кидаться слайм шариками. Смотрите, уху, возможно, они мне помогут. Привет, брезгливость. Ой, на, наконец-то вы пришли. Я тут уже много жду вас вообще-то, зомбак. Конечно, ну я пришел, чтобы спасти тебя вообще-то. Давай, пойдем со мной. Что у тебя в сундучке? Ой, зелье дыхание дракона. На это мы заберем. Отправляемся быстрее в портал. Так, друзья, да, не забываем, что всех их надо освободить. Вот здесь. Так, Глент, давай ты будешь стоять здесь, никуда больше не уходи. И брезгливость тоже. Вон сколько их мы спасли. Надеюсь, миньон станет желтеньким. Так, у нас теперь есть крутое зелье дыхание дракона. И вот такой вот слаймик. Я могу шариками кидаться. Давайте узнаем, что в последнем лабиринте Афмау. Отправляемся к ней, друзья, и посмотрим на фиолетовый лабиринт. Ну или розовый. Погнали. Ах, о, привет, Джек. Да, здорово, зомбак, да. Нам нужна твоя помощь срочно. Афмау в конце лабиринта, ее поймали очень много монстров. Мы не знаем, как ее вытащить. Зомбак, помогай. Конечно, я попробую помочь, конечно. Так, давайте их слаймиками закидаем. На, а стоп, у меня где-то вода была. Да, вот так вот вам. Сейчас я вас водичкой смою. Отлично, смотрите, получается. И сейчас мы их закидаем. Вот так, получай. Смотрите, я шариками кидаюсь. Отлично. Ты вообще урон получаешь, нет? Ну я просто вас буквально вот так вот. И тебя тоже, а мы сейчас тебя водой затопим. Получай! На тебе, вот так. У меня вода там застряла, вы видите? Что? Там один блок воды застрял. Как это вообще возможно? Так, сейчас мы этого Спанч Боба победим. Я теперь могу два ведра воды разлить. Что? Я с читами, ребят. Так, у меня ведро воды там осталось, надо его забрать. А, быстрей! Отлично. Вдруг оно мне понадобится, да? Вдруг там еще что-то горит. А там действительно что-то горит, смотрите. Опять ты вернулся, радужный друг. Я же тебя уже уничтожил. Ты как возвращаешься каждый раз? Вот так тебе, урон получай. Отлично. Давай победим его. Так, надо здесь водой тоже все, наверное, затопить, чтобы ничего не горело. Отлично. Ух ты! Это что такое? Это Нести Наг сел на автобусы пожирателя. Вы куда поехали? Эй, монстряги!
На, слезай давай с автобуса, хватит кататься. Хоть ты билет не купил на стенах. Так, отлично, мы их победили, но там еще и Билл Шифр, ребята. Вон она, Афмау, и там еще и ключик. Надо срочно ее спасать и забирать этот ключ себе. Так, победим этого монстра. Ну, давай, я тебя уничтожу, Билл Шифр. Мы победим тебя, отлично. Ой, я пушку выкинул случайно. Так, давайте вот это все нам не надо. Спасем сейчас Афмау и заберем ключик. И погнали быстрее в портал. Так, мы возвращаемся наверх и сюда ставим Афмау. Миньон стал снова желтеньким, ура, он согрелся на солнышке, классно. Друзья, ну что ж, настал тот самый час, настал тот самый момент. Мы, смотрите, сколько многих спасли, это просто жесть. Открываем сундук и в нем $1 000 000. У-ху! Друзья, мы еще и разбогатели. Ха-ха! Классно, друзья, надеюсь, это видео вам понравилось с этими супер крутейшими лабиринтами. Смотрите, скольких мы сегодня спасли. Вернемся наверх. С вами был Зомбак. Спасибо за просмотр этих лабиринтов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока-пока.